Люберецким школьникам рассказали о вреде наркотиков. Встречу провели в музейно-выставочном комплексе в рамках ежегодного антинаркотического месячника Подмосковья. Старшеклассники узнали о пагубном воздействии наркотиков на организм и последствиях их употребления. Мне кажется, им-то интересно, потому что они потом это обсуждают. Вот, мне было бы интересно, не обсуждали бы, пошли молча. Каждый ученик, каждый ребенок – это наш людской потенциал нашей страны. Поэтому я считаю, что эти встречи должны быть регулярны, и они очень важны. Понижается возраст потребителей, и вот именно просвещение, я бы так сказал, просвещение молодого поколения, именно рассказы вот о вреде именно наркотиков – это является основной задачей. Наркотики – это тупик навсегда.